Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 25 января 2017 года, среда. И как всегда в это время, я рад приветствовать всех наших зрителей на проекте Русской правозащитной лиги в программе «Русские имеют право» на канале «Револьвер ITV». Меня зовут Александр Аратов, я являюсь заместителем руководителя Русской правозащитной лиги и директором издательства «Русская правда». Сегодня у нас 18-й выпуск программы, и тема нашего сегодняшнего эфира, которую мы долго выбирали, правовая, подчеркиваю, агрессия России против Украины. И у нас в гостях, на прямой связи из Киева, известный юрист, публицист, обозреватель и политэмигрант Юрий Юрьевич Шулипа. Я думаю, это будет интересно. Он многое расскажет по той теме, которую мы заявили. Собственно, термин – это тоже его во многом, о правовой агрессии. Ну и побеседуем. Юрий Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер, Александр Михайлович. Рад приветствовать вас на проекте «Русские имеют право» на канале «Револьвер ITV». Спасибо, Александр Михайлович, взаимно. Ну, я вас коротко представил, но в двух словах, конечно же, это не обрисует всю ситуацию. Давайте начнем с самого начала. Расскажите вкратце о себе, чтобы наши зрители имели какое-то представление. Ну, что о себе? Значит, в общем-то, порядка 10 лет в Москве я занимался общественной деятельностью, оказывал... Нет, подождите, давайте чуть пораньше. О себе это значит, когда вы родились, где вы родились и так далее. Ой, ну, это прям целая программа. Не, ну кратко, я же не говорю, чтобы вы рассказывали там про фотографии из детского сада. В 1979 году, вот, значит, в городе Москве, ну, так по документам у меня официально написано, значит, ну, учился тоже я в Москве, значит, в московской школе, потом в Подмосковье, потом обратно в Москве, в общем, среднюю школу я закончил в городе Москва, высшее учебное заведение, я также учился в городе Москве, значит, закончил Московский автомобильный дорожный институт, Государственный технический университет МАДИ и Академию пограничных войск. После этого я еще учился в аспирантуре Высшей школы экономики при правительстве Российской Федерации. Это тоже все в Москве. Вот. Но как-то так и последние 10 лет я в Москве занимался общественной деятельностью. Она была направлена на оказание юридических услуг гражданам. Но, а что касается общественной деятельности, вот я сказал, это значит, ну, общественный контроль за деятельностью органов государственной власти, местного самоуправления, преимущественно в сфере дорожного движения. Хотя потом позже, вот, где-то после 2008 года я еще дополнительно занялся защитой прав граждан от квартирного бандитизма, потому что, ну, он вроде как бы, ну, никак не квалифицирует в уголовном праве, да, Российской Федерации, но тем не менее в Москве это сплошь и рядом, рейдеры нападают, особенно, ну, всякие там кавказцы и азиаты, которые попадают в Москву, да, вот москвичей там притесняли, да, я их как бы этих москвичей, ну, защищал, у нас были отряды самообороны, вот, создавались на базе наших общественных организаций, в том числе, среди которых было много, значит, представителей русских националистов. А что вас побудило заняться общественной деятельностью? Ну, скажу так, это коррупция сплошная, и тем более, знаете, я вот на самом деле как юрист и человек, который, ну, как сам небольшое время, да, вот работал в органах государственной власти, в общем-то, и потом, ну, я понял, что коррупцию как таковую внутри системы побороть нереально, потому что система, особенно та, которая в Российской Федерации, она настолько пагубна, примитивна, что, ну, является воспроизводителем этой коррупции, и бороться с коррупцией можно путем общественного контроля, гласностью и правовым просвещением граждан. Вот я пришел к такому выводу и понял, что если мы хотим
действительно построить по-настоящему сильное демократическое государство, которое бы процветало, в котором можно проводить реформы, ну, скажем так, государство по Гегелю для жизни, то тогда действительно нам нужен общественный контроль снизу. Но вы прекрасно понимаете, да, что я сам по себе не политик, да, и политика, в общем-то, никогда не был, и делал то, что мог сделать. И, в общем-то, ну, я как бы очень успешно, ну, на мой взгляд, да, и вот мои коллеги тоже давали оценки, сочетал как раз-таки общественную деятельность с оказанием юридических услуг, то есть действительно был, ну, скажем так, какой-то определенный эффект, восстанавливались права граждан. Вот. Ну, если где-то, скажем так, мы какое-то дело в чем-то не могли развалить, то мы все равно ситуацию переигрывали, так что в итоге гражданин оставался на свободе и, скажем так, при своих интересах. У вас были какие-то достижения в плане защиты, вот спрашивают, от ГИБДД наших граждан? Да, дело в том, что в интернете был создан сайт в начале 2008 года электротранспорт.ру. Я был администратором этого сайта, мы оказывали юридические услуги гражданам, в общем-то, ну, абсолютно бесплатно консультировали, выкладывали там судебные решения, образцы ходатайств, жалоб, судебную правоприменительную практику. И, в общем-то, в интернете среди других форумов он был самым таким успешным форумом по количеству выигранных дел. То есть, скажем так, я консультировал граждан, они шли в суд потом вот по тем консультациям, которые я им давал, разъяснял, вот, и даже сами без адвоката выигрывали дела об административных правонарушениях в области дорожного движения. Вот. Потом только приходили, выкладывали там судебные постановления или решения. Угу. Ну, то есть, вот вы занимались общественной деятельностью, угу, защищали наших граждан там от ГИБДД, да, от квартирных, да, бандитов, там, да, от нехороших, да, ну, людей. Да, ну и еще, скажем так, защищал так называемых вот политических, то есть лиц, которых преследовали по политических мотивам в уголовном процессе в качестве защитника по статье 49, значит, Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации наравне с адвокатами. А почему так называемых? В смысле, что значит так называемых? Ну, вы сказали, так называемых политических деятелей. Ну, нет, я сказал, что людей, которых преследовали по политическим мотивам, то есть осуществляли, иными словами, значит, я защищал тех граждан, которых преследовали в уголовном порядке власти, представители путинского режима по политическим мотивам в судах. Угу. Что касается рейдерства, там какая была ситуация? Эта тема, ну, ведь опасная, касается, очень рискованная. Да, я с вами абсолютно согласен. Тема очень опасная. И в Москве, вот я вам более того хочу сказать, вот по, значит, своей практике, в основном, конечно, рейдерством занимаются коллективно. Это вот, значит, выходцы из Таджикистана, Дагестана. Вот, Чечня есть там и так далее. То есть это преимущественно Кавказ и Азиат. Они очень организованы, их много, понимаете. И действительно, вот, ну, они очень-очень легко. И причем они сейчас везде, как бы, в теле Москвы, как я называю, как в правом, так и в политическом теле Москвы. Многие из них уже, так сказать, занимают достаточно высокие посты в органах власти России. Поэтому, ну, скажем так, с этой системой рейдерства сейчас в легальном поле бороться просто невозможно. Потому что права собственности в Российской Федерации, они просто иллюзорные. То есть, что это за такой термин? Это когда в Конституции и законах России мы видим, да, что права собственности защищены законом, но в реалии эти законы просто не исполняются, и власть их игнорирует. Так, ну вот, если я правильно понимаю, ситуация такая. Вы начали заниматься, значит, общественной деятельностью, потом стали больше заниматься деятельностью, связанной с политической составляющей защиты политических активистов, участвовать в акциях, в гражданских акциях протеста и так далее. Так я понимаю? Ну, да, я стал выходить на акции гражданского протеста. Вот первая акция, это вот была 10
декабря 2011 года я вышел на Болотную площадь, но скажу откровенно, до этого я никакие акции не выходил и участие в них абсолютно не принимал, даже в разрешенных, потому что я, ну, скажем так, считал, что на акции любой человек может выйти, да, и я тоже могу покричать. А вот защитить права человека в суде, как создать какой-то правовой прецедент, это не каждый сможет. Ну, я с вами не я с вами здесь категорически не соглашусь, потому что да, в России на акции протеста покричать у нас выйти много не может людей, к сожалению. И это тоже надо иметь мужество приличное, даже покричать. Я с вами, Александр Михайлович, я с вами в этом плане согласен, но просто сейчас шла речь, и я говорил о том, что было до 2011 года. И все-таки до 2011 года худо-бедно, но еще можно было собираться больше двух, как вы помните. Не было вот этих запретительно репрессивно карающих античеловеческих законов. Были. Ну что, меня судили и до 2011 года, и судимости я получал. Были законы? Ну, были законы. Понятно, просто они не были так активно применены. Я здесь, может быть, соглашусь. А то, что законы были, и то, что людей судили по 282 политической статье пачками, это тоже было. Ну, понятно, я с вами согласен, да, 282... Как только лидером нашей страны стал солнцеподобный Владимир Владимирович, у нас ситуация здесь очень сильно активизировалась. И политические рычаги давления, значит, на оппозиционеров, скажем так, мягко, или просто на людей несогласных, они стали работать со страшной силой. Ну, я с вами абсолютно согласен, просто я имел в виду, что как раз до 2011 года можно было еще свободно собираться. Ну, относительно свободно. Относительно свободно. Да, относительно свободно можно быть. Сейчас уже как бы даже одному страшно выходить. А тогда еще вот, можно было собираться. Вот. Ну и потом, опять-таки, что касается протестной деятельности. Да, я как обычный гражданин выходил, значит, выражал о своем несогласии с действующим режимом, и потом, значит, в декабре 2000, то есть я извиняюсь, в январе был митинг тоже, нет, не в январе, у нас в конце декабря, по-моему, 25 декабря 2011 тоже был крупный митинг, но уже на Сахарова потом. Вот, как мне не изменяет память, потом еще было в январе, ну, потом протестное движение это стало затухать, и вот последнее, 6 мая 2012 года, я тоже участвовал в этом митинге против третьего срока Путина, потому что он абсолютно преступный, незаконный и сопряжен с узурпацией власти президентом Российской Федерации, поскольку существует определение Конституционного суда Российской Федерации, согласно которому одно и то же должностное лицо не имеет права занимать более двух сроков подряд. Это даже не должностное лицо, имел в виду в контексте, одно и то же лицо вообще. То есть один и тот же гражданин, больше двух сроков, все, это табу. И Конституционный суд, в общем-то, подтвердил эту норму Конституции Российской Федерации о том, что, ну, невозможно больше 20 сроков подряд одному и тому же лицу занимать. Конституционный суд по поводу президента делал объяснение, и здесь они ссылались на слово «подряд». Они сделали такой финт о том, что Дмитрий, значит, Анатольевич Медведев является не Владимиром Владимировичем Путиным и имеет право подвигаться в президенты и так далее. Поэтому с точки зрения крючкотворства здесь как бы слово «подряд» было очень важным, и действительно формально Владимир Владимирович сделал перерыв в своем президентстве. Формально. Ну, понимаете, скажем так, с одной стороны, здесь Дмитрий Анатольевич, это как прокладка между двумя сроками, он не рассматривается. Ну, не обязательно сроками надо, он прокладка. Нет, надо просто называть вещи своими именами, потому что он абсолютно никакого влияния не оказывал за вот это так называемое, вот в кавычках, да, свое президентство. Это было так, скажем так, всю видимость для отвлечения внимания. А то, что Путин, ну, потом обратно выдвинулся, да, то я все-таки считаю, что это было с его стороны особо тяжкое преступление, узурпация власти, против чего протестовали граждане. Ну и, в общем-то, те последствия, да, вот, которые сейчас вот и Россия, и Украина, и, в общем-то, многие цивилизованные страны негативно имеют последствия, вот, мы их имеем.
Вот только из-за того, что Путин пошел на вот этот, скажем, незаконным преступным путем, пошел на третий срок путем узурпации власти. Так, ну хорошо, вот вы участвовали в этих акциях дальше. Что вас понудило, значит, покинуть нашу страну? Ну, скажу так, до этого еще был ряд поводов. Вот, во-первых, я от Ассоциации владельцев атомного транспорта, это наша организация, значит, поехал на Майдан независимости в Киев. Ну, у нас какая была изначально миссия? Просто приехать и посмотреть, как происходит Майдан, да, и, значит, оценить, насколько, в общем-то, с точки зрения украинского законодательства, международного права, соблюдаются права граждан Украины на свободу собрания. Ну, мы просто занимались общественным мониторингом. На Майдане независимости я был 22 дня, с 1 по 22 декабря 2013 года. Вот. Ну и потом, скажем так, я этой темой проникся, писал постоянные публикации, освещал события, пробивал информационную войну, вот эту самую, то есть информационную стену, потому что уже тогда, где-то примерно в середине декабря, российская пропаганда, она стала выступать достаточно резко, жестко против Майдана. Ну, хотя, в общем-то, скажем так, такая антиукраинская, ну, да, даже не то, что антиукраинская, вот именно, значит, антидемократическая, скажу так, вот, ну, своими словами назовем, антидемократическая пропаганда России против Украины, она началась вот примерно в первые дни Майдана. И потом я приехал в Москву, потому что у меня достаточно, ну, большое количество было доверителей, мне нужно было свои дела, ну, как бы там свои личные были небольшие юридические вопросы завершить. И, значит, ну, то есть, ну, продолжать оказывать услуги своим доверителям. Но, тем не менее, я постоянно по 3-4 часа следил за событиями, которые происходят в Украине, мониторил ситуацию через компьютер, писал различные ситуации. Вот потом, значит, ну вот по моим публикациям можно даже в частности на «Эхо Москвы» посмотреть, я предсказал за полтора месяца аннексию Крыма. Вот, но я не предсказал его в том чистом виде, аннексию, то, что мы имеем, то есть вот то, как оно, то, как ее, значит, оформил Путин. Вот, я предсказал оккупацию, но тогда еще даже сам Путин на самом деле не знал, что, в общем-то, ну, он пойдет на то, что Крым аннексирует. Вот. Но оккупацию я предсказал, причем вот по двум факторам. Первый, значит, историческая пропаганда, абсолютно лживая, запредельно лживая, зомбирующая людей, говорящая о том, что там, значит, якобы в Крыму там сейчас бандеровцы приедут, русских там, за русский язык будут притеснять. То это же абсолютный бред. У меня много знакомых в Крыму, интернет, мы переписываемся. То есть не было вообще ни одного признака, чтобы кого-то там за русский язык притесняли. И второй, значит, признак, тоже немаловажный, это то, что большое количество различных вот этих казачков, байкеров, тетушек там и прочей вот этой нечисти из России направлялась в Крым, причем они туда направлялись не просто так, а вооруженные, казачки и так далее. Вот, то есть эти признаки, они уже свидетельствуют о том, что будет производиться силовое отторжение территории. Я об этом написал. Более того, я переписывался с самими руководителями, так называемыми атаманами, вот этих всех, значит, ну, вот этих всех соучастников аннексии Крыма. Вот, получал тоже от них различную информацию, вот, там, почему они едут в Крым и так далее, вот, что их там побудило, кто их там финансирует. Вот, писал и в Следственный комитет Российской Федерации заявление о преступлении, на них, когда уже собрал доказательную базу, но Следственный комитет России, он прислал сначала вообще формальную отписку, бессмысленную, но, как обычно, да, обозвав заявление о преступлении обращением, не зарегистрировал его в установленном порядке. Вот. И в итоге, короче говоря, все это просто со стороны российских властей, как говорится, закрышевалось. Потом 1 марта мы собрались, я, мои коллеги, это вот московский журналист Константин Бородин от газеты «За право человека», Сергей Пельгуй,
адвокат, и Виктор Вещеникин, это бывший муниципальный... Юрий Юрьевич, можно депутат? Вас попросить? Да. Вы так быстро не говорите, говорите чуть помедленнее, чтобы все, люди хорошо могли расслышать многие слова. Ну не торопитесь, у нас время есть, у нас эфир полуторачасовой, мы только 20 минут в эфире. Говорите спокойнее, хорошо. Не торопитесь. Хорошо. Вот, значит, ну, я с коллегами поехал в Крым. 2 марта 2014 года мы въехали в Автономную Республику Крым на машине. Вот, на видеорегистратор это было запечатлено. Нас встретил на незаконном самодельном блокпосту при въезде в Крым Чонгар, российский казак. И прямо сразу увидев российские номера, у нас 197 регион, значит, предупредил, говорит, ребята, типа, тут все нормально, российских... Хочу сразу полно. Сказать, что 197 регион – это город Москва. Ну, автомобильный. Наши зрители знали, причем наши зрители не только с России же знали, код Москвы, регион, значит, это 77-й, но автомобильные имеют и разные номера, в том числе 197, это тоже, значит, индекс и код автомобильного города Москвы. Да, в общем-то... Сразу казак сказал, который стоял на блокпосту, что тут, значит, полно российских войск, проезжайте, все нормально и так далее. Ну, в общем-то, сами понимаете, да. То есть казак был в теме? В теме, да. И все были в теме. Вот, значит, какова наша была задача? В Крыму мы пробивали информационную блокаду. Мы просто хотели, ну, скажем так, первое, это показать людям... Давайте я немножко прерву. Чтобы для уточнения, вы прибыли в Крым когда? 2 марта 2014 года. 2 марта. Это до референдумов, да? Да, до референдумов. Так то называемых. Есть Крым еще был де-факто еще в составе Украины? Да, да. Де-факто. Там гривна ходила, значит, украинские телеканалы, там, ну и юрисдикция была, еще распространялась. Да. Когда был референдум, напомните? 18 марта 2014 года. Марта, 18 марта? Да. То есть вы за несколько дней, да, были там? Ну, да, мы, в общем-то, приехали за 17 дней для того, чтобы оценить ситуацию. И, значит, у нас две было задачи. Ну, первая задача – это пробить информационную блокаду, потому что еще тогда, вот в конце февраля, украинские средства массовой информации в Крым не допускались. А если где-то украинские журналисты, ну, в общем-то, появлялись, то была дана разнарядка, соответственно, от ФСБ и ГРУ. Это, значит, ну, главное разведывательное управление Министерства обороны Российской Федерации, чтобы украинских журналистов не пускать, препятствовать им. И их также там похищали, они не были, находились там в заложниках какое-то время, в плену, так называемая самооборона, да, вот, которой командовали, значит, представители Генштаба России. Вот. Но, тем не менее, у нас, скажем так, были эти самые российские удостоверения российских журналистов, поэтому, в общем-то, мы не, там не встретили никакого сопротивления. Вот. И отсняли достаточно много различного материала, вот, начиная о том, как входили российские войска, значит, в Крым со стороны этой самой Керчи, вот, ну, то есть оттуда, с Кавказа, вот, переправлялись. Потом, значит, штурм воинских частей, все это дело у нас, ну, как штурмовалось там и так далее. Вот, как местные жители вышли поддерживать это вот поселок Новоозерный украинских военнослужащих. Кстати, я вот буквально на прошлой неделе мне нужно было флешку, ну, для записи видеокамеры почистить. Я открыл и посмотрел, там более 100 еще видеоматериалов, которые ранее не были опубликованы, касаемые аннексии Крыма. И на этих материалах, прямо вот, ну, на моей страничке в Фейсбуке можно посмотреть, вышли местные жители поселка Новоозерное 4 марта 2014 года поддержать украинских военнослужащих, принесли им туда горячее питание, еду и просто стали, как бы, ну, моральный, даже физически их поддерживать. То есть тогда уже, как бы, в Крыму начало вот зарождаться волонтерское движение. Вот. Ну и потом
Значит, вторая цель у нас – это, естественно, собрать доказательства преступлений военной агрессии Российской Федерации против Украины. Потом уже, так сказать, для Международного уголовного трибунала и дальнейших органов, кто будет в этой ситуации разбираться. То есть, хорошо, вы присутствовали на самом референдуме? Дело в том, что я на самом референдуме не присутствовал, вот, но я видел, как все это дело проходило. Нет, подожди, вот, я имею в виду не в том смысле, что вы участвовали там наблюдателем или еще что-то. Вы были в Крыму во время референдума? Во время референдума я был, видел, значит, так называемых... Хорошо, вот давайте расскажите нам, мы вот все-таки тему такую выбрали, которую озвучили, правовая агрессия России против Украины. Вот как этот референдум проходил? Вот, конечно, не нужно там рассказывать это на 3 часа, но вот вкратце, вот как это было физически? Это интересно. Были какие-то баннеры? Кто был инициатором этого вопроса? Ведь формально же просто так референдум не может из ничего появиться. Ну, понимаете, в чем вопрос? Это техническая работа, которая была создана, значит, представителями уже российского оккупационного режима, абсолютно технически, при поддержке коллаборационистов-марионеток, с помощью, значит, злой, вот такой наглой, запредельно лживой пропаганды. Это, скажем так, ну, это вообще вот для юристов, да, это абсолютно юридически ничтожные действия. Почему? Потому что, во-первых, вопрос о, значит, выходе Крыма из состава Украины, согласно, опять-таки, украинскому законодательству, должны решать все регионы Украины на общеукраинском референдуме, а не какие-то там маргиналы, которые преступным путем совершили государственный переворот регионального масштаба, захватили органы государственной власти Автономной Республики Крым, а потом уже под дулами автоматов погнали людей. Вот, поэтому все это проходило... Подождите, вот вы говорите общие слова. Мне лично интересно, как это происходило вот на пальцах. Ну, на пальцах это так происходило. Как людям было объявлено, что будет референдум? Кто вот инициатором этого было? Какая-то общественная организация была инициатором, там, какие-нибудь союз казаков? Либо как, кто-то же должен быть инициатором, правильно? Ну, нет, понятное дело, но там был так называемый русский блок, который на выборах, который на законных демократических выборах при Украине не набирал и 4%. Вот, то есть вот почти 4% это был рекорд того, что эта организация... Ну, бог с ним, там 4% или 0,4%, да. У нас цифры могут варьироваться, дело не в этом. Да. Скажем так, я вам скажу. Вот, значит, для подачи информационного материала, как бы, инициатором была вот эта организация. Вот, чтобы, ведь она была инициатором этого референдума. Да, она не была инициатором. Это для картинки она была инициатором. А инициатором формально она была инициатором. Понимаете, здесь нельзя сказать формально. Я считаю, что термин «формально» к этому действию неприменим, понимаете? И ситуация с так называемым референдумом в Крыму это целый театр, вот, где есть такой как режиссер. Нет, мы понимаем, ситуация была искусственная, это естественно. Да, мы все поэтому понимает, но да, искусственной ситуации... Должна быть какая-то сила, которая формально должна быть обозначена, что они это делают. Ну, в информационном плане здесь был, конечно, вот этот так называемый русский блок и русское единство. Все. Вот. А в остальном, потому что Аксенов, он, опять-таки, не то, что он захватил этот Верховный Совет Автономной Республики Крым и Совет Министров. Все равно это захватывал российский спецназ. У нас есть видео, вот, в том числе захвата, оперативные съемки различные, там, карты, вот, схемы за захват и так далее. То есть, ну, железобетонные доказательства для Международного уголовного трибунала, как все это происходило. Вот. А Аксенов, ну, это просто марионетка путинская, и все, вот,
То есть Путин, его, ну, скажем, ну, вот, типа, как вот Кадыров в Чечне, хотя тут не совсем, как бы, такая аналогия, вот, потому что Путин просто с Кадыровым договорился, да, и как вот Андрей Андреевич Пионковский, он международно известный политолог, я с ним абсолютно согласен, что Россия вошла в состав Чечни, вот. Ну, а здесь такая ситуация, ну, просто поставили марионетку для вида, что вот он там глава Крыма, и который пришел вот в результате вот этого преступного, нелегитимного, общественно опасного переворота. Вот и все. Я, знаете, всегда оцениваю этот референдум в Крыму таким образом, что там прошел референдум о присоединении к стране, где референдумы запрещены. Абсолютно верно. Абсолютно. То есть в Российской Федерации, да, нужно напомнить нашим слушателям и зрителям, что в Российской Федерации вообще ни одного референдума не было. Вот, за об этом и речь. Существовать, да. А теперь если вообще кто-то, прошу прощения, просто ремарку, если кто-то захочет в Калининградской области провести референдум о его отсоединении, значит, от России, там этого, во-первых, не дадут, это мягко говоря, там всех завинтят и мало не покажется. Или на Сахалине, если попробуют они там референдум о присоединении к Японии, тоже мало не покажется. Вот. Поэтому здесь ситуация достаточно трагикомичная, что произошел референдум, конечно, искусственный, а присоединение к стране, где референдумы запрещены. Мы, кстати говоря, ведь не помним никаких референдумов в России. Значит, да не то, что там общественными организациями инициированы, да государством-то и не инициированных мы не помним, референдумом при путинском правлении. Да, и, да, естественно, то есть, что касается вообще референдум, то вы правы, в России даже достаточно где-то там, ну, в тех социальных сетях, которые находятся вот в зоне доступа ФСБ на российских серверах, только какое-то объявление дать о том, что, значит, какая-то инициативная группа там собирается провести референдум по отделению там какого-то региона, и потом через какое-то время в дверь просто ФСБ постучится. Да нет, вот, а что говорить, вот, пожалуйста, живой пример: Юрий Игнатьевич Мухин, бывший главный редактор газеты «Дуэль», и его соратники, которые создали организацию о проведении референдума за, там, за честную власть, за ответственную власть. Ничего такого криминального нету, да, так чтобы власть была ответственная. Они, у них была группа о создании такого референдума. Где они сейчас? Все они под мерой пресечения, значит, под арестами находятся. Кто-то под домашним, а кто-то под реальным. Но самое интересное, извините, самое интересное и тоже комичное в том, что Юрий Игнатьевич, который так ратовал за присоединение Крыма к России, в этом же Крыму российскими спецслужбами был арестован. Ну, дело в том, что это не случайная ситуация, понимаете. Я считаю, тут промысел Всевышнего. То есть Господь ему показал, что раз ты здесь людей агитировал за то, чтобы они находились в тюрьме, то есть вот в этой вот политической мышеловке, как я называю Россию, да, то, значит, ответь за свои действия и сядь с ними. Вот и все. Потому что, видите, какое огромное количество сейчас политических заключенных находится в российских тюрьмах, причем этнических русских, обратите внимание, таких как Олег Сенцов, вот, крымские татары, коренные народы Крыма. Вот, они все находятся сейчас, такие, ну, активисты, которые выступали за демократию, защиту прав человека, территориальную целостность, поддерживают территориальную целостность Украины. Вот в результате того, что Украина лишилась своего суверенитета, точнее, временно лишилась своего суверенитета в Крыму, вот эти люди оказались в заложниках, в плену преступной путинской системы. Хорошо, ну давайте вернемся к нашей хронологии. Вот вы участвовали в освещении или в наблюдении за этими событиями, которые происходили в Крыму. Потом вы вернулись в Москву. Да, потом, значит, да, я вернулся в Москву, мы обобщили материалы, создали документальный фильм под названием «Анатомия аннексии». Можно его посмотреть в интернете, он
он есть, его уже там в каких-то различных странах презентовали, он чисто документальный, там идут, ну, скажем так, 90% этого фильма, это просто, ну, темы материала, давайте которые... Давайте повторим еще раз. Анатомия аннексии. Да, то есть надо называется... в Ютубе назвать, набрать это название? Да, можно в Ютубе, да, или где, не обязательно в Ютубе, скажем так, там в Гугле, в Яндексе, набрать русским буквами «Анатомия аннексии», и вы выйдете на этот фильм, посмотрите. Там есть и документальные видеозаписи, в том числе те, которые мы купили, ну, скажем так, не купили, а нам грошники подарили за бутылку водки на Симферопольском железнодорожном вокзале. После так называемого референдума. Они, знаете, как себя героями почувствовали. И, короче говоря, нам очень хорошо помогли в сборе доказательств. Я считаю, просто прекрасно. Я понял. Вот вы вернулись в Москву. Да. Вот. Что вы стали делать? Это был, еще раз, 2013 год, так? Это было, да, я вернулся, но мы еще были 3 дня в Донецке и в Луганске. Это с там уже 22-го. Происходили какие-то события? Донецк и Луганск. Вы знаете, скажу так, Донецк и Луганск тогда были спокойны, но... Значит, что происходило? Были палатки, как вот в Донецке на площади Ленина, так и в Луганске перед памятником Ленина. Ну, там буквально дежурило так 3-4 маргинала каких-то коммунистических, пропутинских, вот, непонятных, которые охраняли, и мы их спрашивали, говорю, чего вы тут, ребят, стоите? Они говорят, да вот сейчас бандеровцы придут, а мы вот памятник Ленина охраняем, чтобы его не свалили. Вот. Но города были, скажем так, абсолютно мертвы, спокойны. А политичный в воздухе витала такая, как сказать, ну, политическая мертвячесть, можно так сказать. Вот. Но все равно чувствовалось по пропаганде и вот по той незримой работе, да, потому что когда мы выезжали, значит, с территории Украины через пост Изварина, ну, Изварин – это Украина, и Донецк, город Донецк в Ростовской области, российский Донецк, не Донецк, который украинский, Донецк. Где Савченко Донецк. Судили. Вот, где судили на Надежду Савченко через тот пост, да, то есть мы сразу уже обнаружили, что, во-первых, усиление ФСБ, раз, потом, значит, колонны российских войск, два, были, ГАИ, сотрудники Федеральной службы безопасности, ну, обычно, то есть пограничный контроль, проехали, да, поставили печать в паспорте, это таможенный, там 10 минут, все. А здесь уже задают вопросы, а кому вы ездили, а где были, вот, причем люди в форме. Ну, мы, естественно, их послали на 3 буквы, сославшись на статью 51 Конституции, и потом, значит, на то, что, скажем так, если нету какого-то конкретного уголовного административного дела, и мы там никем не являемся, так, ну, например, там, свидетелями, подозреваемым, обвиняемым, да, мы вправе отказаться вообще от дачи любых объяснений и показаний. Но они поняли, да, что тут люди юридически подготовленные, связываться с нами не стали, мы поехали. Но все равно эти признаки напоминали, да, что вот российская агрессия уже тогда, вот я говорю, это было 25 марта, мы выезжали, 2014 года, она уже готовилась, то есть вот подготовка к такому военному вторжению в Украину, она происходила в России. Вот мне такие слова, не то чтобы резанули слух, но они мне немножко въелись, такое выражение. Люди защищали памятник Ленину от бандеровцев. 21 век. Вот люди, вот надо вдуматься. Вот кто-то в 21 веке, обладая коммуникациями, информациями, зная, каким чудовищем был Ленин, в 21 веке защищали его от каких-то бандеровцев, хотя бандеры тоже уже более полувека нет уже в живых. Ну, да, но даже если бы они были бы, допустим, какие-то бандеровцы, которые защищают людей, кого они защищали-то? Кого? Этого упыря картавого? На центральной площади в 21 веке. Вообще, это повод людям задуматься просто вот на такой картинкой. Это такая очень, на мой взгляд, яркая картинка. Люди защищают памятник палачу своих родителей в 21 веке, когда есть интернет, есть информация. Это понятно, что люди в советское время просто не знали в большинстве своем. Им как давали информацию в голову, у них не было альтернативных
а средств массовой информации, альтернативных, значит, источников информации. Но сейчас люди... Ну, да, ведь... Сейчас открыто снят железный занавес, люди ездят за границу, там, в другие страны, в Турцию, там еще куда-то, наблюдают, отдыхают и так далее. И при этом они защищают тут памятник Ленину. Это, конечно, показатель. Вообще, конечно, памятники Ленинам и прочим вот этим палачам русского народа, там, где они стоят, ну, это, конечно, отдельная тема, не надо... будет ее освещать в отдельной программе. Там, где они стоят, это символ рабства. Там, значит, люди будут жить в рабовладельческом строе. Абсолютно, да, я с вами согласен, потому что такого, значит, особо тягчайшего преступника, человека-убийцы, человека-ненавистника, как Ленина, надо осудить посмертно. Должен быть суд над КПСС, над вот этим преступным большевистским переворотом, который произошел в 17 году, когда расстреляли учредительные собрания. Но... Более того, я хочу сказать, вот вернемся к нашим баранам современности, те люди, ну вот там несколько маргиналов, которые, значит, якобы там, ну, считали, что вот сейчас придут бандеровцы, памятник Ленину снесут, они так и не могли ответить на простой вопрос, а кто же такие бандеровцы? Реально просто этот вопрос их сразу ставил в тупик, то есть у них сразу начал с ломка шаблонов. Половина этих людей называют и через букву Е. Бендеровцы там, еще кто-то. Они не понимают. Да. Спроси их имя, отчество Бандера. Они тоже не ответят. Спроси их, кто такой и чем он занимался, тоже не ответят. Хоть краткую биографию, ничего не ответят. Начнут говорить про Гитлера, про фашизм, о том, что он в вермахте служил и прочую ахинею. Люди совершенно не понимают. Вот конкретно спросит, ну хорошо, Бандера, расскажи, что это такое-то вообще? Кто это такой? Что он такого страшного сделал? Назови его преступление-то. Там, детей он ел там, или там вешал кого-то. Покажи конкретно что-то. Вот, приведи пример, там что-то он... Ничего не знают. Ничего не могут ответить. И вы знаете, более того, я вам хочу сказать, самое страшное, что люди просто говорят фразами, штампами из российской пропаганды. А когда они, скажем так, чувствуют, что здесь какие-то логические противоречия, да, между фактами и штампами российской пропаганды, они сразу начинают ломаться. В общем-то, я даже, скажем так, с одним так называемым деятелем общался в Донецке, после того, когда я ему объяснил, значит, ситуацию про Бандеру, да, что он, что, значит, Степан Андреевич Бандера, он был защитником Украины, защищал, значит, Украинскую Народную Республику, так как, ну, ему позволили обстоятельства и условия, да, в соответствии с вызовом времени, да, и то, что Бандера не был признан нацистским преступником, вот, в отличие от Гитлера, приговор Нюрнбергского трибунала, и напротив, даже в этом приговоре есть свидетельство о том, что он был жертвой. Прошу прощения, но и Гитлер Нюрнбергским трибуналом не был признан преступником. Нет. Гитлер тоже не был признан преступником. Но просто имеется в виду, что Бандера, он не нацист и никогда нацистом не был. Вот, он, в общем-то, ну, скажем так, опирался просто на национально-демократические силы Украины. Но в любом случае, просто когда вот этому человеку я раскрыл глаза, вот, то его схватило под уши, я бы сейчас подумал, надо там бы уже просто, ну, ему реально вызвать психушку, потому что у него чуть ли не эпилептический припадок не случился. Вы понимаете, то есть, когда, скажем так, ну, обычные, как бы так, общеизвестные факты, да, и вышли, значит, ну, отличаются от вот этих штампов искусственных российской пропаганды, да, то есть человек сразу стал ломать. Я вас понял, ну, давайте к хронологии все-таки вернемся, пол эфира у нас практически прошло. Я понял, значит, потом, смотрите, я, ну, уже, когда приехал в Москву, все-таки продолжал, значит, заниматься... своей юридической деятельности, оказывал гражданам различные юридические услуги, но, в общем-то, меня граждане попросили, чтобы я избрался в Московскую городскую думу. Я сам, ну, скажем так, никогда не проявлял участие по политике, да, чтобы там занять какую-то выборную должность, вот такую, ну, такую, как, например, кандидат в депутат Московской городской думы, но были, значит, объявлены выборы, вот, и меня попросили, чтобы я в этих выборах принял участие как независимый кандидат. Вот, хотя я людей предупреждал, говорю, у меня, ну, потому что достаточно большое количество москвичей, знакомых в Москве, и
мне поступил информация, что Путин звонил Собянину и лично сказал, чтобы ни один несистемный кандидат не прошел в Московскую городскую думу. Вот. То есть и не то, что как там оппозиционный, не оппозиционный, а именно вот как раз речь шла о несистемных кандидатов. Вот. То есть системно это подразумевалось те люди, которые, ну, уже отобраны самой системой. То есть они шли как независимые кандидаты, но фактически они зависели от власти и были, в общем-то, это люди системы, которые, скажем так или иначе, сотрудничали власти, вот, одобренной властью, скажем так. Я объяснил, что это бесполезно, хотя мы тогда и собрали 5,5 тысяч подписей, и у меня было, значит, три палатки. Вот, мой округ северо-западный административный, это, значит, районы Микинина, Строгино, Крылатское. Вот, значит, под украинскими флагами в Москве были, да, в интернете можно найти эту информацию. Я там ходил еще в майке НАТО, и Украина кричал, значит, слава Украине, героям слава, и так далее, вот. Но после этого, конечно, произошла интересная ситуация. Я думал, что сейчас возбудят какое-то против меня уголовное дело за экстремизм, потому что уже тогда пошли... Прошу прощения, вы выдвигались от какой-то партии или шли как независимый? Нет, абсолютно ни от какой партии, как независимый кандидат. И то меня попросили люди, почему выдвинуться, потому что у меня много таких доверителей было, которые там по много лет уже судятся, ходят в различные станции, там с целыми тележками отписок ко мне на прием приходят. И они уже, скажем так, эмпирическим путем, то есть методом проб и ошибок, дошли до того, что им необходим был в парламенте свой представитель, то есть, скажем так, чтобы, пользуясь правами депутата Московской городской думы, я мог с ними входить к чиновникам на внеочередные приемы, требовать от власти, значит, соблюдения законов и устранения различных нарушений прав. Но вас не зарегистрировали, да? Понимаете, какая ситуация? Дело в том, что, смотрите, мы собрали 5,5 тысяч подписей. Вот. Меня они, значит, сначала зарегистрировали, а потом... Когда а сколько требовалось? Значит, по моему избирательному округу требовалось там, я уже сейчас не помню, но, в общем, чуть больше 5 тысяч подписей было собрать. Мы собрали 5,5 тысяч, вот, 100 из них это были левые подписи. То есть приходили, ну, я так полагаю, люди, это были сотрудники полиции или какие-то оперативные работники с левыми паспортами, что они, значит, зарегистрированы в моем округе, то есть где, от которого я выдвигался. Вот, значит, и подписывались за меня. Потом уже, значит, ну, когда волонтеры проверили через интернет по базам ФМС, а таких данных вообще не существовало, то есть это специально были люди, значит, ну, с какими-то документами оперативного прикрытия, вот, для того, чтобы потом, когда мы вот эти левые подписи сдали, да, нас бы просто, ну, возбудили уголовное дело за фальсификацию подписей, то есть эту технологию как бы нам известна, да, но вот, ну, я говорю, перестраховались, мы все равно проверили, значит, не допустили, хотя я был зарегистрирован, не было в списках, мы туда вызывали полицию, написали кучу жалоб, подали, значит, несколько исков в суд, значит, какие-то иски там были выиграны, вот, какие-то иски проиграны, но я, дело в том, что сейчас за этой ситуацией не слежу, вот, значит, и уже потом, 21 сентября 2014 года был марш мира, мы приняли в нем активное участие, было где-то порядка 50 тысяч участников этого марша. И потом, в конце концов, я понял, что в России абсолютно делать нечего. Страна бесперспективна, особенно после аннексии Крыма, когда Путин совершил вот это особо тяжкое международное преступление. Вот, то есть он, ну, фактически поставил крест вообще на российском праве как таковом. То есть все, Российская Федерация после этого государства стала абсолютно бесправной, потому что отзывы вот этого особо тягчайшего преступления международного, вот, аннексии Крыма, они еще долго будут находить отклики различные, да, то есть это, например, там уже отказ России, да, от исполнения решений международных судов, то, что вот сказал Конституционный суд, но это опять-таки все было Путиным под диктовку судьями Конституционного суда через Путина, то есть через судей Конституционного суда Путиным было все это выдвинуто, да, то такой тезис, чтобы не исполнять решения международных судов. Вот сейчас дело ЮКОСа, да, мы видим, да, что Европейский суд присудил выплатить России компенсацию. Россия отказалась платить. То есть Россия сейчас полностью... Нет, прошу прощения. Вот что касается не то, чтобы Россия отказалась платить. Ведь был сделан очень хитрый финт. Нет, Россия не отказалась.
Просто Конституционный суд сказал, что вот мы не имеем права делать. Вот было решение, что мы не имеем права выплачивать такие суммы, потому что это по тем-то причинам, если я не ошибаюсь, там было ссылалось, что это ухудшит благосостояние населения Российской Федерации. Со ссылкой на народ, как раньше ссылались на трудящихся, на просьбу трудящихся. Европу послали далеко. Тут, видите, был хитрый. То есть мы-то, конечно, готовы заплатить сколько хотите, миллиарды, но нам Конституционный суд не разрешает, и так далее, мы не имеем права. Дело в том, что это решение, оно абсолютно, во-первых, необоснованное Конституционного суда, о котором вы сейчас только что сказали, и противоречит части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, согласно которой общепризнанные принципы и нормы международного права... Международное право главенствующее, да. Да, они являются составной частью, не просто главенствующей, они являются составной частью правовой системы Российской Федерации. То есть международное право Российской Федерации, вот, согласно Конституции Российской Федерации, оно неотъемлемо от России. То есть, прекрасно помню, мы издавали эти документы, и Конституцию неоднократно издавали, и даже, как многие знают, в городе Лесном Свердловской области изданную нами Конституцию признали экстремистским материалом, что, в принципе, уже трагикомичная ситуация. Я об этом не раз рассказывал, о том, что в любой бы стране мира цивилизованного прокурора, который поднял бы руку на конституцию своей страны, уже давно бы отрешили бы от работы, там вызывали бы санитаров, и, по крайней мере, бы в этой системе бы он точно не работал. А у нас это возможно, у нас можно признать экстремистским что угодно, даже конституцию, совершенно людьми, причем не читая. Вот. И рассказывать об этом можно долго, опять же, надо целый эфир проводить и по теме. Да, и еще более того, обратите внимание, Путин в таких вот вопросах, особенно после аннексии Крыма, он привык опираться на Конституционный суд. То есть, вот, скажем так, даже заключение Конституционного суда Российской Федерации о законности присоединения Крыма к России, оно тоже, в общем-то, ложно мотивировано. В чем оно заключается ложно мотивировано? То, что там Конституционный суд, тот договор, который был подписан между коллаборационистом Аксеновым, да, и Путиным, то есть между самым путинским марионеткам уже вот после силового отторжения Крыма, когда Крым уже, де-факто стал... То есть оккупированы Россией. То есть это еще раз повторюсь, что договор, который был вообще юридически ничтожный абсолютно, после оккупации был подписан оккупационным марионеточным правительством, коллаборационистским, Аксеновым, да, и Путиным, назвал этот договор как якобы международный, при том, что Крым вообще не субъект международного права, то есть он не самостоятельный субъект международного права, не имеет той вот государственной международной правосубъективности, как Украина. Он не вправе сам от себя, да, какие-то там договора подписывать о вхождении там, в какие-то в иные государства. И опираться это опять-таки на так называемый референдум, о котором мы говорили. То есть фактически сейчас Конституционный суд России, он и стал соучастником вот этих всех особо тяжких преступлений, которые происходят в Российской Федерации. И я так полагаю, что и судьи Конституционного суда, они тоже потом ответят на Международном уголовном трибунале, да, за свои вот эти вот тяжкие государственные преступления, потому что именно они дали основание Путину на бумаге, да, для того, чтобы он аннексировал Крым. Они дали основание для аннексии, так же, как и те депутаты, которые поддержали аннексию. Все равно эти люди рано или поздно все, они будут привлечены к соответствующей ответственности. Смотрите, не будучи даже юристом, можно со стороны посмотреть и понять ситуацию очень просто. Смотрите, кто у нас наши судьи, да? Во-первых, давайте начнем мы считаем, а Русская правозащитная лига об этом говорит уже многие годы, то, что судей надо выбирать. Что судьи, согласно той же Конституции, должны быть выборными и независимыми. У нас каждый федеральный судья назначается лично президентом Путиным. Этот президент Путин этого федерального судья никогда в глаза не видел, не видит и не увидит никогда.
значит, ему это невозможно физически, но тем не менее он его назначает. Даже при проклятой советской власти судьи у нас выбирались. Конечно, это выборы были, это было псевдовыборы. Это были комические пародии на выборы, но все-таки формально они выбирались. Более того, в России, в Советском Союзе были еще народные заседатели, их, конечно, называли кивалами, но тем не менее. Они бы во многом были люди из коллективов. Иногда были даже попадались и принципиальные люди, которые высказывали свое несогласие с решением председателя суда. И при пересмотре дела это учитывалось. Сейчас же у нас это совершенно нету. И комичная ситуация, когда в суде подается ходатайство об отводе, и судья уходит в совещательную комнату. С кем он совещается? Вообще понятие совещательная комната при отсутствии народных заседателей мне кажется каким-то оксимуроном. Я не понимаю, с кем он совещается-то там? Понятно, что если у него стоит телефон, он может там посовещаться с председателем суда или с какими-то своими кураторами. Это понятно. Но если этого нету, допустим, в теории, это же удивительно. Какое может быть совещание при такой ситуации? Естественно, он и дает отказы в 99% случаев, что со своем же отводе. Поэтому это первый момент. Второе, но смотрите на кандидатуру. Кто такой Зорькин? Зорькин был председателем Конституционного суда, бог знает когда. Кем он выбирался? Никем он не выбирался. Председатель Верховного Совета Лебедев, если я не ошибаюсь, по-моему, еще с советских времен у нас председатель Верховного Суда. Советский, когда было другое государство, совершенно с другой правовой системой. Чудовищное государство, на мой взгляд. Репрессивное государство, на котором крови столько, что там нацистская Германия там отдыхает. Это ангелы. И он был председателем Верховного Суда в этом государстве. И потом он такой же самой улыбкой председатель Верховного Суда в новом государстве, в Российской Федерации. И уже по другим законам, иногда противоположным, также сам одобряет все преступления своих, ну, если не подчиненных, то тех судей, которые в его ведении находятся, ниже статусом, также это одобряет и притворяет в жизнь. И эти люди до сих пор, вот я удивляюсь этому Лебедеву, ну как вот, сколько он будет? Он такое ощущение, что Путина переживет там, и он будет еще, не дай бог, кто-то еще будет также это поддерживать. Причем эти люди беспринципные, придут люди совершенно с другой противоположной идеологией. Правые люди, допустим, крайне правые, или, допустим, крайне левые коммунисты, он также будет это одобрять без разницы. Что бы ни сказали, и любые законы. Извините, пожалуйста, за такую вставку эмоциональную, но она была важной в связи с чем? С тем, что, как вы относитесь тоже к тому, что у нас нету судебной системы в России, законной системы, конституционной системы. Дело в том, что вы, если, скажем так, говоря о России, то вы должны понимать, что у вас вообще нет законного государства. Потому что то, что произошло, скажем так, у меня есть претензии к Российской империи. Даже сама Российская империя, там, начиная с Московского княжества, это тоже, скажем так, что тут максимально законно, это может быть Московия. Все остальное, как прирастало Российской империи, этими жертвами, горами трупов, это тоже... Все незаконно. Дальше, последние признаки этой незаконности. Большевистский переворот 1917 года. Преступление. Сколько убил миллионов Сталин. Так, Гитлер во время войны, да, столько русских не уничтожил, сколько убил, сколько русских погибло в лагерях при Сталине. Поэтому что удивляться, вот, когда вы это говорите? Вы же живете в том же самом совке еще. У вас полностью тот же самый совок. Все те же самые лица, это, скажем так, волки под шкурами демократов пришли к вам. Те же самые коммунистические улицы, те же самые коммунистические памятники. Та же самая пропаганда по лекалам советской власти. Более того, у нас даже новогодние огоньки, они как кальки с этих огоньков тех лет. И лица те же. Как была София Ротару в моем детстве, так она до сих пор остается. Как был Кобзон в моем детстве, и даже в детстве, может быть, моих родителей, ну не родителей, там, более старшего поколения. Так он до сих пор поет и ничего не меняется. Потому что у вас в России сейчас тот совок, как был, так и остается, только он еще как бы в более уродливых формах. А почему? Вот смотрите, когда распался Советский Союз, что в первую очередь нужно было сделать? Переучредить
Новое государство. Нет, смотрите. Первое нужно было перечислить новое государство, осудить КПСС, создать суд над КПСС, все вот эти советские преступления. Во-первых, смотрите, сначала нужно было провести десоветизацию, раз. Потом параллельно десоветизации нужно было проводить люстрацию, то есть все советские названия преступные. Коммунистическая партия как организация должна быть запрещена. Вот, вплоть до уголовной ответственности за демонстрацию этих самых советских коммунистических символов, признать их, ну, к тем же самым символам, да, что вот как и гитлеровской Германии. Ну, я бы даже жестче, да, вот лично я еще как бы более, возможно, ярый антикоммунист, чем вы, да, то есть все советское, все совковое, да, должно быть запрещено. Жесткая иллюстрация, да, чтобы по возможности никто не попал. И вообще, конечно, ошибка Запада, я считаю, в данной ситуации, когда совок распался, все-таки Россию нужно было действительно взять под внешнее управление. И вот этот вот, скажем так, период, когда значит, новая Россия становилась, и вот эти, чтобы не попали все значит, бывшие, значит, вот эта вся партийная номенклатура и те, кто работал, все судьи, прокуроры, следователи, любой чиновник, да, который вот при... значит, совке, да, чтобы они не попали во новую власть. Вот, как вот раковые клетки в здоровый организм, да, вот так, чтобы они не попали вот именно вот в новую обновленную, так сказать, систему. Ну, я думаю, на тот момент это было невозможно, и даже Запад не полностью контролировал те процессы, которые в России, в Советском Союзе и постсоветском происходили. Была, я, если вы помните, и мы помним, я так, может быть, помню, как это все происходило. Там был такой сумбур, там был настолько все было неожиданно. Там были и лихие 90-е, и всякие моменты, которые просто никто не ожидал. Все менялось очень стремительно, и многие не имели опыта. Были шоковые терапии. Ну, можно об этом рассказывать очень долго. Это действительно тоже тема отдельной передачи, безусловно. Но то, что мы с вами солидарны здесь полностью, о том, что десоветизация необходима, без десоветизации ничего невозможно. Да, причем России нужна жесткая десоветизация. Я думаю, даже еще более жестче, чем здесь, в Украине, потому что в России все архивы КГБ, материалы остались, много ФСБшников, предков палачей, стукачей и вот этого всего прочего гнилья. Поэтому, естественно, но что касается России, тут более нужно качественно и тщательно. Ну вот поэтому в России это и сделать сложнее, потому что потомков вертухаев, потомков комбедов, потомков палачей, как генетических, как этнических, так и моральных и идеологических, гигантское количество. А те репрессированные люди, которые погибли в расказачивании, в раскулачивании, в индустриализации, в годы террора, в Первую гражданскую войну, во Вторую гражданскую войну, которую мы называют Второй мировой, они просто не оставили потомков. Поэтому пропорции удивительные. Вот они пропорции и появляются в результате референдумов. Когда 86% поддерживают, значит, нашего Раша Баши. Поэтому ну да, ничего удивительного. Но еще опять же хочу ремарку сказать. Очень забавная ситуация, что большевики, пришедшие к власти в результате вооруженного переворота, всегда любят осуждать, значит, лидера национал-социалистов Германии, который победил на демократических выборах. Вообще, мне кажется, эта ситуация очень комичной. Но потому дело что, в том, кто бы говорил, кто бы осуждал, вот кто, чья бы корова мычала. Люди, которые по локоть в крови или даже выше, по горлу в крови, как угодно, они осуждают тех, кто прошел демократическим путем. И поэтому слово «демократия» у нас сейчас уже давно... Слово оскорбительное, как слово либерация. Я вам скажу, здесь в этом ничего удивительного нет. Вот вся история Российской империи, да, это, в общем-то, история войн. И Россия, да, вот будь она царская, всегда, значит, скажем так, ну, значит, цари, вот эта правящая верхушка, они всегда пытались посеять в сознании людей эффект так постоянного присутствия внешнего врага, что вот на нас нападут, что мы должны идти свои какие-то исходные земли, непонятно какие, освобождать.
воевать, значит, с, чужим, с другими народами за пределы своего отечества, якобы эти народы там от каких-то там третьих народов освобождать и так далее. То есть вот эта пропаганда, она также была присуща и в царской России. А большевики, что вы удивляетесь, после того, когда Ленин расстрелял учредительное собрание, большевики, они просто взяли самое худшее от того, что было вот в царском режиме. И от методов работы спецслужбы царского режима. Просто я как юрист, да, изучал историю государственного права, я, ну, знаю, да, вот, из тех источников, с которыми я исследовал, да, как работали спецслужбы царской России. То есть это было, скажем так, НКВД-лайт. И НКВДисты, вот эти вот большевики, они взяли вот самые грязные методы вот этих самых, ну, своих предшественников, которых, кстати, большевики и расстреляли, уничтожили. Потом дальше, сейчас вот пришла вот эта питерская банда вместе с Путиным. Вот, они взяли самые грязные методы, которые были пропагандистские, вот, из КГБ, НКВД и так далее. Вот, скажем так. И эти методы даже еще более подлее. Вот я общался с правозащитниками очень много, да, которые, ну, еще там в 7 лет в свое время таскали на Лубянку, когда они просто, ну, будучи москвичами, детьми, выходили на Красную площадь и общались с иностранцами. Ну, интересно им было послушать, на каком языке говорят иностранцы. Их за это таскали, значит, на Лубянку, узнавать, зачем они к иностранцам подходили. Так вот, они сказали так, что тогда, да, были... было больше, ну, так сказать, жестких законов, да, была статья там за тоже резиновую, за антисоветскую деятельность, типа как вот сейчас 288-я статья УК РСФСР. Да, 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 антисоветская деятельность, эта статья тоже, в общем-то, она была резиновая, вот, но в России, скажем так, норм не было, вот, до вот, ну, сейчас, в принципе, в правовом смысле, вот именно вот в жесткости внутреннего права, но практически уже дошло вот до сталинских времен в России. Вот, вот практически, да, если мы посмотрим на редакцию этих законов и правоприменение. Вот. Но что касается, опять-таки, правоприменения, то сейчас правоприменение этих законов более подлее, потому что даже если нету оснований для того, чтобы человека посадить, против него фабрикуется. Так вот, эти правозащитники мне сказали, что при Сталине, по крайней мере, четко вот опирались на вот эту 58-ю, да, и всех там расстреливали, сажали и так далее. Вот. А здесь, скажем так, нету оснований, чтобы посадить, и вот человека фабрикуют. Ну вот, например, сегодня, да, в Конституционном суде рассматриваются, значит, жалобы Эльдара Дадина на неконституционность статьи 212. Да, да, вчера она рассматривалась. Но решение, я так понимаю, пока еще вот по состоянию на 25 января 2016 года, пока мы с вами говорим, оно еще не принято, вот, но все равно просто как вот этот Эльдар Дадин, да, вообще одиночный пикет, да, и как вот, и подходили же... Мы проводили наши программы с его супругой Анастасией Зотовой, подробно обсуждали эту ситуацию. То есть к чему я привел, да, то, что оснований нету, чтобы человека посадить в тюрьму, вот реально нет оснований, и эти основания ему фабрикуют. Так вот при Сталине, скажем так, меньше было фабрикации, как сказали вот эти вот правозащитники, чем сейчас. А сейчас вообще идет откровенная грязь. И с другими правозащитниками я общался, скажем так, вот Павел Амитов, известный писатель, недавно мы с ним записывали программу, он изучал вообще, вот, ну, скажем так, советскую пропаганду и современную российскую, вот он в сравнении даже с советской пропагандой назвал путинскую пропаганду просто запредельной ложью. То есть вот, реально, то есть эта пропаганда намного более опаснее, лживее, и, чем вот пропаганда, с которой была представлена. Юрий Юрьевич, у нас время так быстро идет, и тем очень много. Давайте вот к тому, когда вы переехали в Украину? Значит, в Украину я переехал в декабре 2014 года. Вот, но еще, скажем так, не окончательно, а окончательно я переехал, это, значит, 23 августа 2015 года. То есть я приехал, обустраивался, но моя задача была, почему я сюда приехал, в Украину. Скажем так, в России не было в отношении никаких уголовных дел. Вот, да, было потом, после этих выборов, масса угроз за мою, так сказать, антиукраинскую позицию, и против меня там вообще, ну, я почувствовал, что просто реально уголовников каких-то выпустили, да, которые там мне писали через различные социальные сети, предлагали встретиться, забить стрелку, я даже на эти стрелки 5 раз был, но... Значит, так я ни с кем и не встретился. Единственное, ну, значит, на метро Октябрьское поле какая-то проехала иномарка, где я стоял у светофора, мы с ними договорились встретиться, но с неизвестным кто-то с нами переписывался. Просто эта иномарка
из нее, значит, вышел человек, он сфотографировал меня как-то так демонстративно пару раз, и она уехала потом по своим делам. Все, как бы, но никаких... Ну, а потом, на самом деле, вот, когда Бориса Ефимовича Немцова убили, да, я вот сам стал опасаться, да, думал, вот, ну, просто Бог меня как бы уберег, да, от, потому что все всякое действительно могло случиться. Вот, и, в общем-то, ну, скажем так, почему я сюда приехал? Две причины. Первая, нет абсолютно никаких перспектив в России при вот этой, при вот этом путинском ОПГ, да, то есть перспективы в России там у кого сейчас есть, да, только у Путина и вот этой его питерской хунты для того, чтобы там пожрать, там, где-то там отдохнуть, вот, как говорится, ну, чтобы только нажрать свой живот и потешить свое самолюбие так называемым мнимым величием. Все, значит, нормально. Скажите, пожалуйста, вы получили украинское гражданство или в каком статусе вы сейчас находитесь? Я получил украинское гражданство, значит, в 2015 году, причем это было апрель 2015 года. Я получил его достаточно быстро, в течение 3 месяцев. На каком основании? У вас родители, видимо, украинцы? Ну вот у нас связь немножко пропала. Я надеюсь, нам ее восстановят. И мы продолжим. На самом деле, как вы понимаете, диалог это очень интересный. Ну сейчас вот пытаются связаться. Видите, мы как с политэмигрантом общаемся в таких традициях добрых. Политэмигранты с нами разговаривают из кафе. Значит, так демократично, что называется. Поэтому я, правда, не уверен, насколько получится нам связаться. Возможно, там проблемы какие-то технические с батареями телефона, через которые выходят, или там проблемы с Wi-Fi могут быть. Но надеюсь, что нам связь восстановит. Вот смотрите. Мы обсуждаем очень интересные темы. И Юрий Юрьевич рассказал, в принципе, то, что мы, большинство людей, интересующихся этой проблематикой, знают о том, что у нас Российская Федерация не правовое государство, о том, что у нас в Российской Федерации нет справедливой законной судебной системы, о том, что происходит беспредел и преступления нашего режима становятся все жестче и жестче. Мы об этом говорим постоянно и будем говорить, это наш гражданский долг. Юрий Юрьевич принял решение эмигрировать из России. Может быть, он сделал правильно. Ему проще в чем-то. Кто-то здесь остается принципиально, не уезжает. Каждый делает свой выбор. Я нисколько не могу осуждать тех людей, которые мигрируют. Это их решение. Главное, что они не остаются безучастными к ситуации на своей родине и пытаются как-то донести до мирового сообщества информацию о том, что происходит здесь. В свое время Солженицын, забыл, на какой речь, на каком мероприятии, выступив перед американскими, там, перед американским обществом, заявил, что, вы понимаете, многие говорят, что не надо вмешиваться в дела Советского Союза, это их суверенное право, я говорю, что вмешиваться надо. И вмешиваться надо только потому, что там живут граждане и люди, которые страдают, и их нужно спасать. И я в данном случае с Солженицыным полностью согласен. Нельзя равнодушно смотреть на людей, которые в беде. Надо спасать несчастных россиян, если можно так выразиться. Но под россиянами я имею в виду не ту общность, которую нам хочет сделать Владимир Владимирович Путин, а тех людей, которые называются гражданами Российской Федерации. Вот если
граждан Российской Федерации называть россиянами, то их, конечно, надо спасать. Другой вопрос, что есть, конечно, другая точка зрения, что гори они в аду, если люди поддерживают такого Путина, то нечего их и спасать. Они сами выбрали такой путь, они этого достойны, они должны быть рады этому. И многие действительно рады, такой вот своеобразный стокгольмский синдром. Но с точки зрения демократических принципов, с точки зрения гуманности, может быть, каких-то общечеловеческих ценностей, если можно так назвать, то нельзя быть безучастным к тому, что происходит. Можно, конечно, эгоистически плюнуть на все, построить свою личную жизнь в более комфортабельных условиях и жить в свое удовольствие. Многие, безусловно, так выбирают, и их большинство. Вот их я берусь осуждать. Я к таким людям отношусь с пренебрежением, скажем так, мягко. Потому что это люди равнодушные ко всему, и зачастую они равнодушны даже к своим близким. Они думают, в первую очередь, о себе. Что касается людей, которые неравнодушны, конечно, мы относимся с большим восхищением. Я лично отношусь с большим уважением и восхищением к таким людям. И наш сегодняшний гость, он входит в их число. Если человек посвящает свою жизнь борьбу с несправедливостью, со всем плохим, и борется за все хорошее, примитивно выражаясь, то, естественно, эти люди достойны того, чтобы, ну, по крайней мере, быть гостями нашей программы. Потому что наша программа, она как раз и посвящена злободневности и тому, чтобы, значит, защищать права русских. Но если права русских защищают не только ведь русские, мы это прекрасно видим на примере многих оппозиционеров другого происхождения. Это не значит, что русские националисты выступают против кого-то другого. Вообще неверное представление о русском национализме как о шовинизме, как о неприятии чего-то чужого, как о ксенофобах, это, естественно, заблуждение многих недалеких людей и сознательная пропаганда нашей власти, которая дискредитирует любое представление о национализме. Национализм на самом деле это стремление защитить свой народ и свои интересы, конечно, свое будущее. Сейчас попытаемся узнать. Нет, вот будем пытаться вот в эти минуты связаться с нашим гостем. Может быть, еще получится. Но мне кажется, что это связано с электропитанием. Просто гаджет не переварил тот объем информации, и батарея его иссякла. Мне так кажется. Вот, но я продолжу тогда в монорежиме, хотя мне это не свойственно. Обычно наша программа, она делается в формате какого-то гостя, с которым мы дискутируем. И я не беру на себя такой ответственности выступать первой скрипкой и говорить там от своего лица. Я могу лишь поддержать какую-то тему. Но поскольку вот сейчас вынуждена ситуация, мне приходится это делать. Я сейчас посмотрю вопросы в чатах. Ну, у нас чаты не активные сегодня. Многим людям, у нас даже, как интересно, в чатах есть люди, которые считают, что Крым наш. Ну, не будем на них реагировать. Позиция-то наша известная. А позиция сводится к тому, что, ну, позволю себе ее высказать, по Крыму очень непростая, кстати говоря. Ведь дело в том, что для многих русских националистов еще до всяких этих событий, до реформы и до еще при советской власти, для многих людей Крым это был как вот для армян гора Арарат. Она находится где-то далеко, но все они ее, тем не менее, считают своей. И даже, как известно, в гербе Армении эта гора присутствует, хотя она на территории Армении не находится. Также и Крым. Многие представляют, что Севастополь это город русской славы, что Крым русский. И я лично не сомневаюсь, что большинство населения Крыма, оно искренне считало, искренне голосовало за присоединение к России. Естественно, я нисколько не сомневаюсь, я прекрасно знаю, что большинство населения Крыма это этнические русские люди.
Другой вопрос, как они заселились на этот Крым, при каких обстоятельствах, было ли это целенаправленная политика, нецеленаправленная, было ли это до революции, было ли это во время советской власти, когда народы целые переселяли, кого-то с Крыма, кого-то на Крым, кого-то в Среднюю Азию, там, чеченцев и ингушей, происходило много разных событий. Но, тем не менее, ситуация сложилась такая, что в Крыму большинство населения, конечно же, русские, они искренне хотели присоединиться к России, думая, что там жизнь лучше, думая, что Россия – это такая родина русского народа, который своих не бросает. И вот они, дескать, теперь воссоединятся. Они искренне в это верили, я вот нисколько не сомневаюсь. Я далек от мысли, что там результаты референдума фальсифицировали. Они, люди искренне считали, что... Они же не понимали, что в Российской Федерации существует 282-я статья. Они не понимали, что в Российской Федерации жестко... тоталитарное устройство. Хотя большинство населения, к сожалению, советских людей тоталитарный вот такой порядок, это очень нравится. Был хозяин, чтобы было железной рукой, чтобы было могущество государства, чтобы там наши ракеты могли в ядерный пепел превратить в другую часть света. Причем не задумываясь о человеческих жизнях, о том, что там тоже есть дети, которые ничего вам плохого не сделали, и что это величайшая трагедия, люди об этом не задумываются, сколько не общаемся. Какой-то ядерный пепел, который, кстати, пару лет назад или три года назад хрюкнул, значит, вот этот пропагандон Киселев, на самом деле страшную вещь сказал, и люди стали за этим повторять, не соображая, что они говорят. Это страшная, ужасная вещь. Они же не понимают даже... Вот поговори с ними, они даже не понимают, что такое ядерное оружие, как вот это происходит, что это можно планету вообще сделать безжизненной. Они этого не понимают и не хотят понимать. Самое главное, что не хотят. Они не самостоятельные люди, естественно. Они пользуются той информацией, той пропагандой, которой им дает власть. И поэтому... Они это слепо повторяют. Вот. Так что касается Крыма. Ситуация здесь непростая, потому что у русских, конечно же, права на Крым какие-то есть, безусловно. С моей точки зрения. Как у народа. Но с другой стороны, прежде чем говорить, вот всегда мы националисты, с Демушкиным это обсуждали, и с другими, с Беловым это обсуждали, с многими. Прежде чем говорить о том, что Крым должен быть русским, вообще, чтобы вообще хоть поднимать этот вопрос. Не то, чтобы там присоединять Крым или кричать об этом. Чтобы просто поднимать вопрос о том, что Крым должен быть русским, надо, чтобы русской была Москва. А пока Москва представляет из себя москвобат с кошерной властью в Кремле, ни о каком разговоре о Крыме еще нельзя даже заикаться. Так, вот я хочу нашему режиссеру сказать, что он связался, значит, установила связь у нашего гостя. Нам сейчас попробуют его подсоединить. Я думаю, что вопрос по Крыму я, воспользовавшись паузой, значит, свой высказал. Ну, а что сказать с международных фактов, это отдельное. Так, Юрий Юрьевич, еще раз вас приветствую. Что у вас, батареи сели? Да, Александр Михайлович, вот, к сожалению... Я вам такой... об этом, кстати говоря, говорил до эфира, что вам нужно зарядить. Да, эфир достаточно конструктивный у нас, длительный, поэтому, честно говоря, мои батареи немножко не рассчитали на такой эфир. Об этом я тоже говорил. Да, но сейчас все нормально, да, я как бы... Ну, у нас осталось не так много времени, может быть, нам 5 минут добавит режиссер. Давайте, мы прервались на том, что вы получили украинское гражданство. Я вас спросил, вы получили его на основании того, что у вас родители украинцы? Да, у меня все украинцы в роду, по маминой линии, по папиной, и вот, слава богу, нет ни одного русского, чем я, в общем-то, горжусь. Все украинцы. В передаче «Русские имеют право» такое услышать очень приятно, конечно, в кавычках. Но я не обижаюсь, я могу, конечно, ответить там
таком же тоне, но я думаю, мы не будем превращать передачу в шоу, значит, некоторых моих коллег по каналу. Поэтому я думаю, что здесь надо все-таки разделять русских и россиян, к чему я всегда призываю людей, о том, что если русские, если люди этнически говорят о том, что они русские, это еще не значит, что их можно таковыми называть. Вот. У нас большинство населения, абсолютное большинство, это россияне по происхождению даже. Вот. Хорошо, вы на основании, значит, своего бандеровского такого происхождения, да, в кавычках, получили украинское гражданство. Вот. Да, мы я сейчас... Да? Да-да. Да, да, я получил, значит, гражданство Украины. Вот, ну и соответственно, значит, что еще я сделал в Киеве, какие дела. Но после того, когда вот мы съездили в Крым, потом были еще в Донецке вот во время вот этих событий, когда 2 марта там, значит, россияне и совместно там с несколькими коллаборационистами, извините, маргиналами штурмовали, значит, здание Донецкой областной прокуратуры и захватили органы, значит, государственной власти Донецкой области. Да, мы все это дело, конечно, тоже зафиксировали. Вот. Потом, после всего этого, я подал в СБУ, но уже когда приехал сюда, в Украину, заявление о преступлении в отношении президента Российской Федерации Владимира Путина и ряда даже достойных лиц России, там, ну, такие как министр обороны Сергей Шойгу, министр, значит, иностранных дел Сергей Лавров, представитель России при Совете, значит, Паприон Чуркин, значит, и прочих, значит, чиновников, в том числе бывшего президента Украины Виктора Януковича, заявление о возбуждении уголовного дела по фактам. Значит, ну, Янукович, понятно, он соучастник аннексии Крыма, как бы коллаборационист. Вот. Но, в общем-то, в отношении Путина, я говорю, и его Халуев, вот, по факту аннексии Крыма и развязыванию войны в Донбассе, на нападению на Украину. Потому что я хочу напомнить для зрителей и вам тоже сообщить, что аннексия Крыма и война в Донбассе – это, скажем так, одно сплошное преступление, тягчайшее, против Украины. Просто тут разные эпизоды данного преступления мы видим. Я должен дополнить, не то чтобы возразить, а дополнить, что это преступление не только против Украины. Это преступление в том числе и против граждан Российской Федерации, которых этими войнами не то чтобы дискредитируют, во-первых, их дискредитируют, они становятся заложниками преступной политики нашей власти, но и тем самым грабят, потому что все эти войны очень дорогостоящие. Один выстрел града стоит баснословных денег, и все эти деньги, они не с неба падают, они, естественно, вытаскиваются из карманов налогоплательщиков, тех людей, которым на самом деле по Конституции принадлежит власти. Еще в 100-миллионный раз повторяю, что власть в Российской Федерации по Конституции принадлежит не президенту, не премьеру, не Господу Богу, а конкретно народу, всем гражданам России. А Путин – это всего лишь избранный или, в кавычках, избранный топ-менеджер, которого народ имеет право выкинуть, если он неправильно выполняет свои должностные обязанности, на которые его просто наняли. Но у нас представление всегда другое, у нас представление о власти холопское, у нас, я имею в виду, у граждан большинство населения, поэтому преступление это не только против Украины, это преступление в том числе и против русских, против россиян, против тех людей, которые становятся заложниками этой преступной политики Кремля. Давайте сейчас вот мы сделаем таким образом, к сожалению, у нас уже эфир подходит к концу, вот, я не попрошу сейчас режиссера 5 минут добавить. Мы многие вопросы не подняли, по многим вопросам, в том числе и техническим. Вот. Мы сейчас кратко, значит, давайте пробежимся по тем вопросам, которые вот нам задали мои помощники по эфиру. Вот их, прежде всего, интересует. Понятно, что в России власть там такая-сякая, отвратительная. Мы с этим спорить не будем, мы это знаем с вами прекрасно. Я думаю, что и зрители нашего программы и нашего канала это тоже прекрасно знают, там объяснять прописные истины не стоит. Но они не знают о том, какая власть на Украине. Может сложиться впечатление, что вот здесь все отвратительно и шаром покати, а там
райские кущи, нет коррупции, европейское государство, свобода слова и так далее. Вот насколько вы представляете нынешнюю, как воспринимаете нынешнюю власть в Украине? Насколько она демократическая, насколько она справедлива, насколько она некоррупционная и так далее? Вот давайте вкратце вот таким, на такой вопрос. Ну, первое, вы должны понимать, что, да, вы поставили очень много вопросов, скажем так, которые, да, но дело в том, что вы объединили, скажем так, то, что неоднозначное, оно, в принципе, как бы по философии, да, оно объединяемое, но неоднозначное, в том плане, что государство неоднозначно развивается. Ну, первое, значит, вы должны понимать, что до 20 февраля 2014 года, то есть это вот до победы Киевского Евромайдана, Украины не было вообще, ну, скажем так, как таковым государством. То есть у Украины не было своего государственного суверенитета. И, скажем так, вот фактически, когда Путин говорил вот в свое время, да, то, что, значит, у Украины нету там своего государства, Украина это не государство и так далее. То есть вот в этом контексте он, вот, ну, стоит признать, но он был действительно здесь прав, потому что не было... Здесь действительно государство. Украина находилась под внешним управлением колониальным со стороны России. Вот. И как раз-таки вот революция достоинств Евромайдана, я, кстати, в своей книге «Украина от Евромайдана до Донбасса. Хронология национальной освободительной борьбы 2014-2016 годах», я пишу, что Евромайдан, вот, революция достоинств, это национальная освободительная революция от российского колониального влияния Украины. И Евромайдан – это средство снятия российской оккупации. Вот он почему произошел? Чтобы убрать, значит, чужеродную, вот эту ордынскую, российскую, российский режим, российских оккупантов и так далее. Да, значит, верхушка после Евромайдана, когда он произошел, она убежала к своему хозяину Путину, туда, в Москву. Вот. Но большинство чиновников, к сожалению, они... как находились вот, при власти, так они, в общем-то, на следующий день после победы Евромайдана вышли в свои кабинеты и опять, в общем-то, переключились на вот эти коррупционные сферы. Борьба с коррупцией здесь в Украине происходит, но сейчас просто пока все это очень сложно. Вот. И, на мой взгляд, это обусловлено тем, что после победы Евромайдана нужно было поставить вопрос о переформатировании украинского государства. То есть Украина должна была вернуться... к Конституции Украинской Народной Республики 1918 года, признать советскую оккупацию преступной, потому что и здесь хотя бы провести свой суд над КПСС, вот хотя бы так, как это сделали страны Балтии, Литва, Латвия, Эстония. То есть они были оккупированы и признаны тоже, как вот сейчас аннексированный Крым, также они тоже были, ну, признаны оккупированными территориями, и они вернулись вот как раз в тот формат, который был до... оккупации. Ну, и во ситуация... в некоторых моментах было проще. Оккупация их застигла намного позже, чем все остальные республики. Они вошли в состав СССР непосредственно перед Второй мировой войной. Да, да, в этом смысле я с вами согласен. Более того, мы видим, что Украина, она, ну, скажем так, государство неоднородное. Вот Восточная Украина, да, она самой первой была... то есть подвержена Юрий советской Юрьевич, оккупации. Мы сейчас не уложимся в наш этот таймер. Я понял, но скажу так, в Украине, в отличие от России, есть перспективы. Да, здесь идет, здесь мы идем в Европу, трудно, очень много, скажем так, трудностей, есть ряд ошибок. Вот, но четко обозначен вектор вступления в Евросоюз и в НАТО. Хорошо, вот, давайте так, я проще и примитивнее вас перебью и спрошу. Согласны ли вы с утверждением в том, что, ну, в Украине одна банда олигархов сменила другую банду олигархов? Ну, вы знаете, я скажу так, здесь... немножко произошло другое. То есть вот эти вот путинские хулуи, там Янукович, его команда, это была банда миллиардеров, она ушла. Теперь тут, как бы, скажем так, миллионеры. Вот. Вот такое звено. Да, здесь действительно имеет место олигархия, то есть вот и это, ну, можно сказать, бич для Украины. Вот вы абсолютно, значит, сейчас затронули просто самое больное место, это избавление Украины от олигархических кланов, олигархического влияния. То есть экономика тут тоже должна будет перестроена. Как это все произойдет, но я думаю, нужна просто воля людей и
Более того, вот я вам скажу так, если бы не было российской агрессии... Юрий Юрьевич, к сожалению, наше время подходит к концу. Давайте с вами договоримся таким образом. Значит, алло. Да-да-да, слушаю вас. Давайте с вами договоримся таким образом, что мы пригласим вас еще в наш эфир, и мы ту тему, которую мы подняли, мы разовьем дальше. И тем, кстати говоря, много. И мы рады будем приглашать вас в нашу программу «Русские имеют право» на канале «Револьвер». А вы более подготовленные как, значит, с точки зрения там информационным, так и техническим, чтобы у нас не выпадала связь во время эфира, мы с вами с удовольствием поговорим о многих аспектах российско-украинских взаимоотношений, о нашем видении ситуации в этой связи. А вообще о правых каких-то позициях и правовых. Вот, и рад буду вас видеть в нашем эфире в следующий раз. Большое вам спасибо. Хорошо, Александр Михайлович, спасибо и вам взаимно, всех благ, всем пока. Дорогие друзья, у нас в эфире был на прямой связи из Киева известный юрист, публицист, обозреватель политэмигрант Юрий Юрьевич Шулипа. Я благодарю всех наших зрителей за то, что смотрели нашу программу. Приношу извинения за технические неполадки, которые были вызваны не по нашей вине. Смотрите нас на канале Револьвер ITV, ставьте лайки, подписывайтесь на наши программы и канал. Смотрите нас по средам в 20:30. Большое вам спасибо. До свидания.